5%. We want to understand who Melania is. I grew up in Slovenia and I went to school there. Быть первой леди – все равно, что находиться под пристальным вниманием всего мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мелания Трамп считается одной из самых стильных первых леди. Но избежать казусов с одеждой ей не удалось. Посмотрим. Розовое платье с широкими рукавами сшито качественно и выглядит красиво. Но в данном случае на фигуре смотрится дисгармонично. Оно увеличивает широкие плечи и утяжеляет грудь. Платье куклы Барби в черном цвете с белым подолом, хоть и сидит отлично, но явно не делает из Мелании стильную леди. Да и кокетливый бантик из страз дешевит наряд. Дольче и Габбана – бренд, который можно носить не всем и не везде. Жакет, который первая леди США надела на официальное мероприятие, доказывает это. В сочетании с цветочным клатчем образ смотрится как передвижная клумба. Вкус Мелании явно ей изменил при выборе этого наряда. Шелковое платье, очевидно, велико в области талии. Стразы у колен и груди дешевят наряд. А нижняя часть платья очень напоминает постиранный парашют. Шелковое платье с красно-черным принтом и оторочкой из перьев хоть и хорошо сидит на фигуре, но яркий цвет и обилие декора слишком дешевят образ. Привет из прошлого. Первая леди часто раньше носила джинсы, и образ с ними в данном случае стал одной из ее неудач. Сочетание хлопковых штанов и розового полупрозрачного широкого топа достаточно странное. Образ с черным пальто, водолазкой и длинной юбкой смотрится очень стильно, пока взгляд не опускается вниз. Балетки телесного цвета заметно укорачивают ноги первой леди и делают весь наряд излишне тяжелым. Стоило воспользоваться стильными лодочками. Платье-колокол подходит далеко не всем. Даже на хрупких девушках с небольшой грудью оно может казаться парашютом. Мелания же с ее немаленькими пропорциями сразу визуально прибавляет с десяток килограмм. Кюлоты – спорная модель брюк. Правильно обыгранные, они могут смотреться весьма стильно, но в данном случае Мелания промахнулась. Кюлоты слишком широкий, а удлиненный и приталенный пиджак делает образ дисгармоничным и катастрофически крадет рост. И победителем стало платье с завышенной талией. Они подходят далеко не всем. Девушкам с пышным бюстом стоит быть крайне осторожными при их выборе. Тем более наряд, который выбрала Мелания, слишком короткий, и это все окончательно испортило. И все же, несмотря на отдельные неудачные наряды, роскошная внешность и обилие продуманных стильных образов позволяют Мелании Трамп быть одной из самых модных первых леди мира.